Всем привет, дорогие друзья, с вами Ктархонт, и у нас 9-я серия Urban Empire. К сожалению, в прошлый раз, когда я записывал эту 9-ю серию, попытался ее загрузить, не пошел, ни формат не взял, ничего, при записи какая-то вылезла ошибка в итоге. Никуда эта серия так и не пошла, придется вот перезаписывать, и для вас все по новой. Я на самом деле даже немножко подзабыл, что здесь было, поэтому давайте построить собственный спутник, окей. Получаем, как говорится, бюджет города, зато личностный рост, качество компании, ускорит рассмотрение и изменение общественного мнения. Отлично. При этом у нас выбор нового мэра идут. Но опять выбор нового мэра, который нажимаются через черти 2. Так, демократов мы помолим. Я действительно хочу это исправить. Получаем плюс 3. Так, этих мы тоже можем поумолять. Большинство жителей согласны с этим. Получаем минуса. Понятно, коммунисты. Скажем то, что вы мне должны. Эффект маленький. Так, вот пацифисты на самом деле должны быть на нашей стороне. То, что я действительно хочу это исправить. Берем. Отлично. Так, еще надо бы с остальными побороться. Я не знаю, что у нас умеренная партия. Давайте потребуем то, что... Право потока. Так, и вот еще партия, да. Поумоляем тоже, чтобы сделать верный выбор. Хорошо. Пока так вот, больше мы здесь ничего сделать не сможем. По указам, что у нас есть интересного, я уж и не помню на самом деле. Столько времени прошло. Так, децентрализация, 5000, зато получаем личностный рост. И так у нас все с ростом, с этим личностным хорошо. Так, прослушивание телефонов. У нас есть изменения за голосование, за изменение общественного участка? Есть. А, мы же много этих инфраструктур строили, да? Я не помню, а улучшение это есть? Не везде, между прочим. А, это улучшения эти как раз и ведутся. Все. Давайте включаем четвертую скорость. Смотрим, что как. Деньги пока так. Так, все, можем голосовать за выборы. Выборы, выборы. Давайте снова к выборам. Так, улучшаем. Умоляем, если вы не поддержите меня с пива. Плохое дело, на самом деле. Ну ладно. Все равно за пиво стоит побороться. Так, умоляем то, что я достаточно знаю, что умный, чтобы сделать верный выбор. Получаем 3-2. Отлично. Так, пацифисты постепенно переходят на нашу сторону. Партия демократов. Пристыдим. Ой, получаем минус. Понятно. Так, коммунистическая. Поугрожаем то, что подозревается в коррупции эта партия. Опа! Та-дам! Так, ну, конечно, мы тут минуса получили к отношениям, но что поделать. Или это минус к престиж? Так, поугрожаем умеренный. Воплощение некомпетентности. Ага, политического капитала. Минус 3. Ну и что? Так, крестьяна мы подействовали. Давайте теперь подействуем на партию центристов. Поугрожаем то, что подозревается в коррупции. Да. Как-то умеренная партия на это не отреагировала вообще. Так, а города побратимы. Невозможность их выбрать, к сожалению, меня радует. Хотя вот, есть Сидней, да, Оксфорд. Получаем вон какой бонус. Ждем еще 2 месяца. Потом будем менять районы, потому что я понимаю то, что как-то фиговенько все у нас с вами. Показатели маленькие. Так, голосование. Ну, изменение района, они, естественно, везде все согласны. То есть здесь без вопросов. Нас просто поддерживают. Выборы становятся реально сложнее. Вот, ну, это на самом деле интереснее. То есть уже видно то, что накал, то, что надо бороться. Они просто, ай, ну, пару раз там подействовал, и все, партия за тебя. То есть такого уже нету, как видите. Нам придется действовать самим. Кстати, город у нас уже к 30 тысяч приближается. Это вполне себе нормальный городочек для 1952 города. О, года. Прослушаем телефонных разговоров. Там как пойдет. Так, пацифисты. Давайте помоляем то, что мне просто нужна ваша помощь. Давайте признаемся им честно, то, что нам нужна их помощь, и все. Демократы. Городу это необходимо. Мне эти выборы особо не сдались. Я на самом деле не против вот за эту девушку поиграть. Миленько выглядит на самом деле. То есть так мы создадим новое будущее. Но на коммунистов это должно влиять. Да, новое будущее. То есть. Так, умеренная партия. Потребуем от них партия правого потока. Странное дело. Так, умоляем партию демократов. Нам нужно единство, а не раздор к чертям они. Потребуем от них либеральных взглядов. Должны с этим согласиться. Получаем вот так вот. Вроде как нормально, то есть можно не париться. Так, мы получили улучшение по всем показателям. А, настоящим предлагаю снизить минимальную закупочную цену и гарантийную сумму для частных закрытых акционерных обществ. Поддерживаем. Национальный совет рассмотрит снижение требований для открытия бизнеса. Надежда на объединение Вьетнама разрушена и новый способ совершать покупки. Торговый центр.
Вот мне вот это интересно. О, в принципе, все за почти. Давайте немножко на демократов здесь подействуем. Тем самым сместим немножко куда нужно. Так, а что? Ой-ой-ой, а здесь не все так гладенько, между прочим. Ну, вот так вот, все. Сейчас мы тут потребуем. Они даже, наверное, вышлют ваши аргументы. Еще давайте демократов. Ну, надо их добить до конца все-таки. Во, отлично. Демократов почти до максимума. Давайте еще вот тех вот переберем тоже на свою сторону. Потребуем. Вступая против, они поддерживают коммунистов. Прекрасно на них воздействие. Больше всего это решение выиграет христиан рабочими действовать. Ну, такое себе. Ладно, оставим так. Так, что я хотел? У нас вроде по улучшениям больше ничего нету. То есть мы все сами наулучшали, да? Теперь надо смотреть, что я вот смотрю, то, что вся эта инфраструктура, они неплохо действуют. То есть новые дороги, это, конечно, все прекрасно. Но нам также бы и не помешало с вами, в частности, вот, смотрите, район, да? Улучшить дороги бы здесь. Инфраструктуру. Мы ничего сюда не добавляли, просто дороги есть. У нас вроде скидки на асфальт, да? То есть давайте мы асфальт поставим с вами. И можно газ провести. В целом все, больше я ничего не хочу сюда делать. Подтверждаем. Предлагаем план. Стоимость 500 тысяч, поэтому я, скорее всего, не смогу это сделать. Я просто нормальное голосование запихну. Вообще для меня дороговато 500 тысяч, знаете. Очень дороговато. Так, а что у нас тут по службам? Тут у нас рост, да? Я понимаю то, что промышленность нуждается во всех этих ресурсах. Я прекрасно понимаю. Мобильная связь. Телефоны. Берем то, что стоимость строительства базовой станции мобильной связи. Так, выбираем мэра нашего Эйдена Килганона. Давайте пацифистов еще больше продвинем. Отлично. Ну и, конечно, умеренная партия, которая начала стекаться. Пристыдим их. А минус, понятно. Партия христиан. Плохое действие. Так, партия Центрист выступит против, они поддержат коммунистов. Вот, отлично. Воздействие есть. Хорошо. 400 тысяч. Я просто смотрю, есть ли где-нибудь партия... Ой, партия, говорю. Бизнес, который... Ой, все, у нас уже выбор нового мэра. Ну чё? Выбор нового мэра. Ну, конечно. Вот так вот, ребятки, мы подействуем. Давайте еще тут на коммунистов. То, что в юности симпатизировал фашистам правитель. Кстати, странно то, что партии у нас такой нету, а как бы упоминается. Ну, это немножко странно. Может быть, появится со временем. Все, тут голосование явно наша победа. Мы тут немножко влились в это дело. Так, каждые через 6 лет нас еще ждут выборы. В прошлый раз мне удалось 2 выбора провести, вторые, кстати, были сложнее. Но каждый выбор, ребят, становится сложнее. Голосуем за изменение района. Мы лишние 100 тысяч будем тратить, но зато там должно развиться бизнес получше. Так, покидаем. И согласно на прослушивание телефонных разговоров. В частности, я вообще в эти голосования, вот в остальные не вмешиваюсь. Они все равно соглашаются. Молодцы, просто одним словом. Молодцы. Давайте посмотрим все-таки. Централизация здравоохранения, конечно, хорошо. Смотрим цензуру всех радиостанций. Личность роста развлечения. Зато повысим безопасность везде на двоечку. Личность роста у нас хорошая, но в целом не будем. Контроль за оборотом оружия. Получим 2-1. Бесплатный проезд в метро. Автоматы по продаже билетов. Детские пособия. Вот на самом деле интересная вещь, но 15%, я думаю, мы не сможем оселить. Дорожная разметка. Служба помощи бродягам. 25 тысяч, зато бедняки станут у нас в целом хорошо. Предлагаем. Убежище для женщин, подвергшихся насилию. Нет, поддержать физическую культуру. Средняя школа, старшая, зато здоровье всех студентов. Промышленные стандарты. Мы получаем качество, зато бонус к производительности. Давайте вот это вот попробуем ввести. Запретить женщинам носить брюки, все остальное это меня не интересует, ребят. Извините, меня вообще никак. От слова вообще никак. Так, у нас пошел район. У нас в Ричборо Освальд.
доходы почему-то падают пока что. Да, доходы только падают. Расширил все, но доходы пошли падать. Кстати, странно на самом деле. То есть, да, доходы наоборот падают. Президент Кинси. Новых научных подходов. О, отлично, мы получаем университет, старшая школа, оптимальный радиус и бонус к личностному росту. Исследование быстрее. Ну, как говорится, это прекрасно. Мобильная связь. А я вопрос, я в третьей серии-то косметику все-таки закрыл? Нет. Потому что помню, вы мне писали, я в этой серии закрыл тогда, когда записывал, а сейчас вот ее надо заново закрывать. Так, а где у нас полно этого, коммерции? Я помню то, что где-то я район настал, где полно коммерции. А где бы ее сейчас еще найти? Вот, 42, в принципе, да, можно бы расширить. Здесь коммерция 40. Давайте изменим район. Ага, поставим плотные застройки средней и деловую чуть побольше сделаем. Подтверждаем. Ой, подождите, инфраструктура. Давайте сделаем другое покрытие. Принимаем. Подтверждаем. 1 290 000. Ну, конечно, я столько себе позволить и вообще никак не смогу. Даже если очень сильно захочу, боюсь, я себе такое не позволю. Но если я, конечно, себе доходы сильно подбавлю, все вот это вот добро, тогда да. Но до этого, знаете ли, еще идти. Так, это что у нас? Это у нас мастерская. У нас, видите, развлечения, все, промышленные стандарты. Начинаем голосование, мы побеждаем. Что неудивительно, на самом деле. Получаем бонусы к качеству. Так, а здесь как-то не гладенько. Ну, посмотрим. Проиграем. Да, на один голос. Окей. Ну, нет, на самом деле. Почетное членство. Так, забота родителей. Место молодежи. Подростки сейчас собираются вместе слушать рок-н-ролл. Получаем личностный рост, безопасность. Для молодежи, для людей среднего родуса. Как мы хорошо-то получаем все бонусы. Так, смотрим. Я так понимаю, этот район должен у нас... Нет, не несет денежки пока что. Косметика. Бюстгальтеры ведь с ними удобнее. Губная помада ведь делает жизнь красочнее. Восприятие времени. Да. Личностный рост опять везде. Я как-то, знаете, с этим личностным ростом прям забацался. Изменение района. Начинаем голосование, они согласны, правда, 10 человек против, что немножко удивительно, на самом деле, для меня, то есть даже 13. Кто это так против вдруг? Так, изменяем район. Коммерция стала больше. Ну, держи коммерцию, я тебе дал, вот, заращивайся, как говорится, строй. Так, косметику мы взяли, все, третью эру мы закончили, ребят, то есть я немножко, да, там, знаю то, что... Не закрыл до конца. Так, детские пособия. А, мы уже исследовали. Точно. Доступность видеоигры. Эти видеоигры, новые продажи за бакс. Очень весело. Развлечения и очки прогрессивности. Получаем. С вами добро. Так, нам надо как-то работать еще с остальным. Да, давайте-ка изменим район. И поставим сюда, я даже не знаю, службу. У нас очень плохие дела с парками, да, в частности. Парки, скверы. Угу. Там еще здорово. Парк нам дает вот, большую зону, то есть. Давайте мы его и отправим. Психиатрическую больницу, конечно, было бы неплохо поставить. Давайте будет одна психушка на весь город. Вопрос, она нам нужна? Мне кажется, как-то не очень. Парк мы поставили, это хорошо. Еще что мы можем сюда поставить? Театр. Кстати, театр вот интересный вариант, в частности, того, что он сам по себе неплохо выглядит. То есть развлечение народу надо. Ну ладно, не будем с этим. Почтовое отделение. Во, 21 тысяча. 19 тысяч. Давайте все-таки, а церковь нам еще что-нибудь даст? Нет. 4-3. А тут 6-3. А мы какой район хоть улучшаем? Все так поставим. Все подтверждаем. 30 тысяч предлагаем. Подождите, только... Не знаю, может быть, улучшить хотя бы до мощенной дороги. Подтверждаем. 58 тысяч. В целом не так и много.
Ну да, здесь дороги бы не помешали. То есть, сами видите, пропускная способность повышенная не помешает. Тоже не помешает, тоже не помешает. Здесь нет, здесь помешает. В целом, Ридибора сейчас подрастет. То есть, пока просто промышленность не нужна. Как она только будет нужна, она здесь застроится, и будет все прекрасно. Изменение района. Начинаем голосование. Получаем с вами, конечно же, победу в данном случае. Покидаем, покидаем. Смотрим, что у нас сейчас дальше. То есть у нас тут явно парк действует. Нам добавляет бонусов. Так, это тоже парк. Куда-то здесь. А, не понял. А, вот, да, два парка, между прочим. Два парка. Еще куда-то сюда, прям явно. В Килридж. В Килридж впишивается. Изменить район, инфраструктуру. И ставим мы сюда с вами парк. Либо сквер. Давайте сквер. Давайте парк. Давайте парк все-таки. Его явно куда-нибудь сюда, вот, да, или вот так вот сделаем. Отлично, подтверждаем, подтверждаем. Потратить личное сбережение, давайте. Не знаю, вообще окружающая среда у нас должна стать лучше. Тут еще, да, парк нужен, Втортон. Давайте разместим тоже парк. Или сквер. Нет, сквер маленький слишком. Давайте парк. Ну, здесь уже понятно, что по голосованию, потому что сам я не смогу. Так, а что мы, кстати, можем в городском совете сейчас сделать? Умеренная партия. Ну, в целом, как-то не очень за меня. Шпионить за партией. Личное сбережение 20 тысяч. Шпионьте. Так, и партия вот эта вот. Центристов за меня тоже не особо выдвигается. Давайте тоже пошпионим. Так вот. Надо же пользоваться тем, что нам возможность дается. Да, деньги-то нам все равно прибавляют каждый месяц. Можно слегка пошпионить. Так, ну в целом, смотрите, нам удалось город индекс окружения, городской индекс окружения немножко увеличить. Культурный обмен. Программа обмена Роттердам. О, улучшение университета. Так, я только за. Университет-то надо улучшать, чтобы у нас все культура, все шло, 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 шло. Так, покидаем видеоигры. Пусть люди играют. Получаем развлечения. Играйте, люди. Играйте, люди, я просто добрый. Пускай лучше играют, чем думают о чем-то таком проблемном. Так, вот, запрет жестоких видеоигр, за кампанию против пиратства нет. Возрастная маркировка видеоигр прекрасна, на самом деле, то есть мы получим хорошие бонусы. Служба помощи бродягам, она была отказана. Вести цензуру радиотрансляции нет. Может быть, запрет жестоких видеоигр? Ну да, на самом деле не будем, ладно. Родители сами позаботятся, сами обезопасят детей от таких игр, если захотят. Если не захотят, то уж извиняйте, как говорится. Сами напроситесь. Так, а что у нас по школам, кстати? Так, это у нас скверчик, да? У нас тут есть скверчик, скверчик. Так, это у нас публичная библиотека. Всего-навсего одна, к сожалению, на всю территорию. Так, парки у нас в целом выглядят неплохо. Вот сюда бы еще один, конечно, запилить. А, давайте мы сюда, знаете, что сделаем? Изменить район, и поставим мы сюда с вами сквер. Дешевле в целом. А, он маленький, слишком маленький. Вообще маленький. Давайте лучше туда парк реально поставим. Замутим здесь парк. Вот сюда вот. Утверждаем, предлагаем. Нормально. Окей. Что можем еще в совете делать с партиями? Мне, кстати, интересно. Ну, просто следующую партию нажать. Обзор совета. Доходы в 3 ляма. Мы, кстати, не можем улучшить вот эту станцию, нет? Нет, не можем. Водоочистительную мы улучшить не можем. Ну, как, в принципе, электро и все остальное мы же делали с вами. Все мы это с вами уже пытались сделать.
Так, партия христианских демократов что-то там действует. Что там действуете, ребятки? Вы явно согласитесь поменять район, это уж однозначно. Я же в основном делаю так, чтобы вам же жилось лучше, а не мне. Поэтому явно будете согласны. Так, коммерция, кстати, застроилась. Или это же... Да, коммерция застроилась. Все-таки ожидаемо. Кстати, центральная библиотека у нас тоже на максимум. Так, рабочий. Согласиться, но тщательно подбирать слова. Это у нас уже было. Начать голосование по изменению района. У нас все так... Все согласны? Мы такие радостные, покидаем. Снижение финансирования. Во! Вот эта вот хорошая вещь нам добавит с вами интеллектуальный капитал. Голосование очень длинное, как видите. При этом личностный рост, развлечение, то есть среднему элите. То есть вообще, на самом деле, очень хорошо. Теперь открытие свое дело почти ничего не стоит. Сегодня Национальный совет решил упростить процедуру открытия бизнеса и сделать его дешевле. Это поможет представителям низшего класса выйти из нищеты, заявил один из авторов закона. Президент Швейцарии встречается с Тито на мирных переговорах под эгидой ООН. И новый способ совершать с покупки торговый центр. Ну, это уже было. Так, возрастная маркировка игр. Ну, вот это нужно, на самом деле. То есть, чтобы хотя бы да и дети, и родители понимали, что за игры. И при этом, смотрите, уровень продаж увеличим. Это, конечно... Так, а что еще по указам? Ну, по указам, я думаю, ничего нету. Да, все то же самое. Так, получаем небольшие бонусы. Самое важное — развивать промышленность сейчас. В принципе, у нас промышленный регион вот. Промышленно-коммерческий. Уровень застройки низкий. Давайте-ка изменим район, в частности, так как на средний. Потому что здесь есть у нас все. То есть я в этот район воткнул буквально все, ребятки. Штука мог. Надо бы его улучшать. Килрич. На самом деле, Килрич. Предложение по налогам. Партия писает, чтобы город смог своим имущим снизить налоги. Ну, конечно, опять малоимущим. Приближаются выборы мэра. Зашибенько. Еще одни выборы. Куда нам, как говорится, что нам не хватало, так это еще одних выборов, ребят. Конечно же. Сначала вы должны узнать как можно больше и в кратчайшие... Культурный обмен. Сексуальная революция. Давайте возьмем сексуальную революцию. Я, конечно, шел к культурному обмену, но немножко не зашел в него. Мы немножко сместили, да? Свободная любовь. Улучшает настроение взрослого населения. Нифига себе. Свободная любовь, ребят, у нас теперь в стране. Не знаю, как это, конечно, понять в контексте данной игры, что это за свободная любовь, ну ладно. Программа обмена. Получаем здоровье. Предлагаем. Мы в основном одни бонусы получаем. Это, естественно, стоит за такой оборот. Стоит. Так, доходы. Пошли. Ну, что-то как-то доход так резко. То 100 тысяч больше, то 100 тысяч меньше. Кстати, странно, да? Получаем. Уже 30 200, ребят, у нас человек. То есть расширение явно имело свое дело. Мы небольшие плюшечки получаем ввиду того, что у нас налоги снизились, да? Ну, кому плюшечки, кому не плюшечки, мне-то особо от этого нехорошо. Район-то какой-то вроде и большой, а вроде доход маленький. Развивайся, дружочек, развивайся. Так, этот район мы тоже улучшили, да? Ну, тут, смотри, тут перестройка пошла, то есть все хорошо. Партия пацифистов побеждает. Здесь хотя бы перестройка пошла. Ох, вот. Вот это новый мэр. Смотрите, он еще и военный, и вояка. Что за медальки, кстати, ребят? Кто знает, напишите, пожалуйста, что это за медальки еще такие. Гринписывает, что ли, за защиту животных? Сексуальная революция. К либерализации отношений. Во. А то что-то как-то по женщинам тут вообще. То есть за женщин. Почти все время за женщин борются. Вообще как-то странно. Так, потребуем то, что так мы создадим новое будущее. Так. Я по доброте вначале действую, то есть без всяких этих пацифистов, которые победили на выборах, и демократы. Ну, социал-демократ, ладно, прошу прощения, немножко неправильно их назвал. Так, ага, центристы как-то средненько. Мы им потребуем, чтобы правого потока их не сочли. Отлично. Кого мы за них будем, из этих будем бороться? За всех, наверное, да? Потребуем. Только идиот выступит против. Они не идиоты. Но кто-то из них идиоты. Так. И вот эту партию потребуем.
подумать над вопросом еще раз. Хорошо, хорошо. Постепенненько сбавляем. Так, декабрь, конец января. Можем действовать дальше. Так, ну тут уже программа, как видите. Ой, потребность в промышленности. Смотрите, как резко скачнула до высокого. Во, и для коммерции. Отлично. Мы сейчас это... Мы сейчас застроимся. Уже можно начать голосование, в принципе, я согласен. Поумоляем то, что они тут самые незащищенные слои выигрывают. Так, тут то, что от этого выиграют самые незащищенные слои, опять же. И демократы. Городу это необходимо. Не знаю. Необходим. Так, давайте, центристы. Потребуем от них. Никто не, если она не выступит против этого. Потом. Да я заборюсь за всех, на самом деле. Поугрожаем то, что Вюн симпатизировал фашистам. Как-то вообще не возымело действия. Ненавидит детей. Вот, по-моему, по христианам это должно сильно ударить. Да, ударило неплохо, потому что бедные все это... Хотя бедные тоже должны были ударить, но дети, по-моему, сильнее. Так, настоящим предлагаю установить продолжить стандартного рабочего дня 8 часов. Так, я только за, ребят. Парламент возражает закон о сокращении рабочего дня. Хорошо, у нас на интеллектуальных этих скажется. Так, ну смотрите, у нас по логике должна промышленность обновляться. Ой, как у нас тут много... Это кто? Это жилое здание. Что-то как-то у нас не очень... Районы промышленные хотят застраиваться. А нет, застройка пошла, отлично. Строить. Так, антивоенные протесты. Студенты Эджурд организовали антивоенную демонстрацию. Вы приглашены, пойдете? Ну да. Пацифисты получают плюс и личностный рост. Отлично. Нам пацифисты нужны, мы за пацифистов, ребят. Я уже их слишком часто произношу, на самом деле. Но партия, которая у нас реально побеждает, поэтому смысла от нее отказываться, как говорится, да? Поугрожаем то, что вы конфузите их в прямом телевизионном эфире. Хех. Так, вот так вот. Так, потребуем все люди либеральных взглядов. Конечно, на партию это вряд ли это как-то подействует. Так, ну давайте угрожаем то, что презирает бедных. Вот сильно это повлияет? 2-2, на самом деле так же почти, но плюсом то, что мы поменьше как бы потеряли. Так, помоляем то, что знаю, вы достаточно умны, чтобы сделать правильный выбор. Вот, отлично. Хорошо. Потребность в жилых помещениях... Ой, вообще низко. То есть как-то у нас странно. Потребности, по-моему, немножко скачут. Ну, смотрите, вот, а чего вы не застраиваетесь-то промышленностью? Вот, у вас есть территория, строитесь. Чего вы не расширяетесь-то? Расширяйтесь. Я только, как говорится, вам в плюс это все даю. У вас тут, как говорится, все есть. И земли, и возможности, и... территория. Сексуальная революция, свободная информация. Отлично. Но я думаю, свободная информация немножко, конечно, на нас повлияет в негативном русле. О! Потребуем то, что если они выступят, их сочтут партия правого потока. Отлично. Мы выборы побеждаем уже все лучше и лучше. Все либеральные должны согласиться. Да-да-да. Правда, причем тут коммунисты и либералы, я, конечно, не знаю, но ладно. Так это сделано в игре. И бесплатное прерывание беременности. Бесплатная контрацепция для женщин, состоящих в браке. Серьезно? Давайте. Бесплатная контрацепция для всех женщин. Уничтожить невенерические заболевания. Давайте-ка возьмем все. Кстати, партия, которая против уничтожения венерических заболеваний, это, конечно, странно. То есть, как вы можете быть против, можно сказать, обезопасения... То есть безопасности жизни людей. Как-то странно, по-моему, немножко это дело. Ну ладно. Посмотрим, пройдет, не пройдет. Если не пройдет, то ладно. Ну, как говорится, если не пройдет, то я уже ничего не сделаю. То есть я попытаюсь, конечно, что-нибудь. Но мне не особо хочется за это бороться. Так, Блэкфилд. Вот еще район, на самом деле. Средняя зонация, где полно коммерции, немало заводов. Давайте-ка изменим этот район и поставим ему застройку высокую. То есть жилых районов здесь вообще нету, и он как бы радуется, по-моему, от этого. Давайте тебе инфраструктуру поднимем. Ой. Хотя бы вот так вот. Подтверждаем. Нормальное голосование. Окей. А что там с выбором и мэром это, кстати? Мэр.
откройся. Во. Как-то, как-то неплохо, кстати. Потребуем. Эх. А коммунисты? Понятно. Приветствую вас, коммунисты. Потребуем то, что связать проблемы с семейными ценностями. Минус, конечно же. Ну и тогда вот вас. Еще раз услышать ваши аргументы. И вот эта вот партия умеренно должна только идет и выступит против. Ну, они, конечно же, не выступают. Не идет все-таки. Так, ну перестройка идет. Хиппи. В крайней мере, они проповедуют любовь, а не ненависть. Мы получаем за партию пацифистов. То, что будут голосовать. Как-то такое себе. Так, выбор нового мэра, ребятки. 18-21. Начинаем голосование. Но все равно побеждаем, ребят, поэтому что париться. Под конец еще терять что-то. Вот, еще одна победа, ребят. Еще одна прекрасная наша с вами победа на выборах. Вторая уже по счету. Покиньте уже-то, а. Вот, к сожалению, игра немножко бывает подтормаживает, тупит. Вот не знаю на самом деле почему, то есть вроде бы не должна. Ну что, думаю, на этом мы будем заканчивать нашу серию. Два выбора прошло, две пары выборов. У нас теперь жилые помещения почти не нужны, зато коммерция и промышленность просто в необходимости. Мы ее, как раз эти районы сейчас и улучшаем. У нас вот Блэкфилд так вообще здесь. Видите, заводов полно, коммерции полно. Кстати, вот не знаю, промышленные здания какие-то странные, по-моему. Немножко, ну не знаю, немножко, по-моему, странные. То есть, немного странно они выглядят. Вот это вот зонирование вот этого района, я думаю, надо поменять. И сделать его высоким тоже. Ну, то есть, по развитию должно повлиять. Здесь вот, ну, одна коммерция, прям одна коммерция в универмагах растет. По-моему, это немножко странненько. Ну ладно, что есть, то есть. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Не забудьте ее поддержать лайками, комментариями, оставлять свои советы. И до скорых встреч. Пока-пока.